Борьба за честное выполнение обязанностей сотрудников продолжается в Госкомрегистре Республики. Один из служащих лишился своего рабочего места. Мониторинг работы постоянно ведет руководство ведомства. За правомерностью действий сотрудников ведется постоянный контроль. Подробности далее в сюжете. Один из сотрудников Госкомрегистра лишился своего рабочего места. Он оформил в частную собственность национализированное имущество, за что руководство приняло свои дисциплинарные меры. Мы выявили случай, когда на помещение площадью 140 квадратов приезжим неместным госрегистратором с Краснодара была осуществлена такая регистрация. Я не знаю, может, есть территории, на которых подобное допустимо. В Крыму единственное возможным удержать ситуацию в рамках законности и соблюдения интересов Республики Крым – это строгость, тщательность, профессионализм. Специалист не показал ни одного, ни второго, ни третьего. Соответственно, мы расстаемся с такими сотрудниками. Сейчас сотрудники Госкомрегистра передали дело в правоохранительные органы, идут разбирательства. Кроме того, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не происходило, в Госкомрегистре создали программу, которая поможет сравнивать подданные на регистрацию объекты с национализированными. Мы же со своей стороны разработали еще и соответствующий программный комплекс, облегчающий поиск по всей нашей внутренней информационной базе, она ведь очень разношерстная. Одно письмо зашло, второе, третье, четвертое от Минкурортов и туризма, от Минспорта, от Солнечной Таврики, от распределительной дирекции, от Совмина. Это все очень децентрализовано. Мы разработали программу, которая позволяет это все в комплексе через поисковичок обнаруживать, что это имущество передано пансионату спортсменов, это Министерство обороны. Сейчас в базу данных Госкомрегистра внесены предупредительные сигналы на более чем 16 тысяч объектов недвижимости. Благодаря специальной программе регистраторы смогут буквально за считанные секунды выяснить, является ли строение или земельный участок собственностью Республики Крым. Анастасия Калугина, Юрий Земной, служба новостей ИТВ.